how could you accuse our ambassador in Washington? This is something so much ridiculous that, you know, it's impossible even to comment. You know, this is, I mean, Mr. Kislyak is a well-known, I mean, world-class diplomat who was a deputy minister of foreign affairs in Russia, who was communicated with his American decades, and CNN accused him of being a Russian spy. Recruiting Come on, stop spreading lie and false news. This is a good advice for CNN. Are you concerned that the investigations into Russia are going to turn up more secret meetings? Please stop spreading lie and false news. That's exactly what Donald Trump says. Have you been coordinating that message? Да, пожалуйста. Мария Владимировна, CBS News. Как вы можете прокомментировать появившуюся в прессе США информацию о контактах генерального прокурора Джеффа Сессионса с российским послом господином Кисляком в период предвыборной кампании? Это просто, знаете, как говорилось в одном отечественном произведении, это какой-то позор, то, что сейчас происходит в западных, в частности, американских средствах массовой информации. Это просто, я считаю, как какое-то проявление какого-то вандализма, медийного вандализма. Я просто, честно говоря, у меня только один вопрос. Это дно, которого коснулись западные медиа, или, в принципе, есть еще куда нырнуть? Я открываю сегодня интернет и вижу публикацию CNN о том, что разведсообщество Соединенных Штатов Америки рассматривает посла России в США господина Кисляка в качестве российского шпиона и вербовщика. Десятками выходят материалы о российских дипломатах, которые шпионят, вербуют, встречаются и так далее. На этом фоне вбрасывается и начинает раскручиваться тема о каких-то нелегальных контактах сотрудников посольства России в Соединенных Штатах, в Вашингтоне с американцами и так далее, и так далее. Я открою вам военную тайну. Дипломаты работают, и работа их заключается в осуществлении контактов в стране пребывания. Это записано везде. Вот если они не осуществляют эти контакты и не участвуют в переговорах, значит, они не дипломаты. А если они дипломаты, а именно такие паспорта, дипломатические, выданные Российской Федерации, в частности, послу Кисляку и его сотрудникам, сотрудникам посольства, раз они дипломаты, они должны и обязаны встречаться как с официальными лицами, так и с политическим истеблишментом страны пребывания. То, что позволяют себе писать американские, не только американские средства массовой информации, это просто попытка, во-первых, тотальной дезинформации и своего общественного мнения, да и мирового. Но, конечно, основной упор делается на собственное американское общественное мнение. Вы знаете, то, что я сейчас наблюдаю, что касается, вот раньше мы это называли информационной кампанией, потом повысили градус, сказали, что это какая-то истерика и так далее. Нет, это гораздо все хуже. Это Оруэлл, 1982. И теперь мы понимаем, о ком он писал, когда говорил о большом брате. Вот таким большим братом становится сейчас, например, в Америке, средства массовой информации, которые шагнули далеко за пределы и профессиональной этики, и своей компетенции, которые обвиняют и судят, просто фабрикуя лжеинформацию. Вот то, что сейчас происходит. Это страшно, потому что в этом пылу, в пылу внутриполитической борьбы, в котором средства массовой информации, в частности США, стали настоящим участником боевых действий, они подрывают авторитет и доверие уже и мирового сообщества, не только людей у себя в стране, но и мирового сообщества, к достоверности публикуемой информации в средствах массовой информации. Это очень страшная тенденция. И постоянное нагнетание вот этой совершенной какой-то страшной риторики относительно якобы ведущихся нелегальных контактах российских дипломатов, это тоже из серии абсолютной тотальной дезинформации. Все прекрасно знают, что дипломаты работают, их работа состоит в контактах.
Не хотите написать, например, какое количество контактов и с кем осуществляют, например, сотрудники посольства Соединенных Штатов Америки в Москве? Нет, неинтересно. А вы у них запросите и увидите. Вот, например, численность пресс-службы посольства Соединенных Штатов Америки в Москве. Не хотите знать, сколько человек там работает? А зря. Очень интересная информация. Прольет свет на очень многие вопросы. Вот просто, понимаете? Немножко надо как бы отделять даже вовлеченность, ангажированную вовлеченность в какой-то там избирательный процесс и то, что происходит сейчас. А сейчас это подрыв доверия уже мировой аудитории вообще к пониманию, к понятию средств массовой информации. Иначе квалифицировать мы это просто не можем. Один из последних трендов – это мировая пресса, в частности, западная, или это Западная Европа, или это Соединенные Штаты Америки, это отвратительные, недостойные публикации в связи с уходом российских дипломатов. Да, нам тоже хотелось всем верить, что такие люди, как Кадакин, Чуркин, Карлов, что они будут жить вечно. Но они люди. Их убили или они умерли. Что касается Карлова, он был предательски убит в ходе теракта. И, кстати говоря, обращаю ваше внимание, что не все американские средства массовой информации квалифицировали это убийство как теракт. Многие стали оправдывать убийцу. Что касается Виталия Ивановича Чуркина, то такой грязи и таких информационных провокаций, которые позволили себе американские средства массовой информации, честно говоря, даже я не ожидала. Я вам хочу сегодня даже привести пример сегодняшний, когда мои коллеги, сотрудники Министерства иностранных дел, спрашивают, а правда ли то, что пишут, вот эту вот всю апрокадабру, придумывая какие-то конспирологические теории и вбрасывая в мировое информационное пространство. Понимаете, до чего уже дошло? Это, еще раз повторяю, третий раз, извините меня, что это вопрос не только, этот вопрос намного шире и намного, наверное, уже страшнее. Потому что, работая на свои имена и работая на свои издания, средства массовой информации зарабатывали определенный авторитет. Потому что основу их работы составляет понятие доверия. То, что происходит сейчас, это мировая трагедия, а именно подрыв доверия людей к средствам массовой информации. Что будет дальше? Не очень они понимают, мне кажется, какой ящик Пандоры они открывают, учитывая, что всеми информационными технологиями владеют сейчас и террористические организации, и что люди просто будут сотнями тысяч отказываться от веры и доверия к средствам массовой информации, уходить в интернет, где их будут ждать действительно недостоверные и новости, и информация, это очень страшный процесс, то, что сейчас происходит. И, кстати говоря, и то, что касается Черногории, черногорского сюжета, это все в ту же копилку. Бесконечная инсинуация о каких-то российских дипломатах, которые якобы где-то работали, потом не работали, какие-то фамилии совпадающие, не совпадающие. Вот, честно говоря, уже хочется сделать так. Будет, вот что касается черногорского сюжета, будут официальные материалы от черногорской стороны, будем работать. Все остальное это просто информационные вбросы и фейковые новости. Но тренд налицо. Отработали, как вы помните, работается информационная кампания. Были информационные кампании Сочи, была информационная кампания Алеппо, была информационная кампания под названием «Допинг в России». Сейчас, кстати говоря, и это, естественно, все опровергнуто. Сейчас началась информационная кампания в отношении российских дипломатов. Ну, я говорю, что итог будет очень печальный. Отказ мировой аудитории вообще от доверия к средствам массовой информации. К сожалению, это будет нашей новой реальностью. Да, пожалуйста.